Расходимся, у нас впереди еще одна группа. Она будет такой же энергичной, такой же жесткой. Ну, может быть, не такой же. Но это будет круто, друзья мои. Сейчас все собираемся здесь, никто никуда не уходит. Ребята, зажгут напоследок. Ударят рофу в двери. А пока я хочу, чтобы, пользуясь случаем, Лев Валерьевич Филиппов, если вы меня слышите, подойдите, пожалуйста, к сцене. Друзья мои, не расходитесь, не расходитесь, скоро ребята будут играть. И это будет так же круто. Еще раз напоминаю, друзья мои, сегодня у нас концерт, посвященный благотворительный концерт, посвященный ремонту, началу ремонта нашего вот этого креативного пространства. У нас есть free donation, вы можете кинуть немножко денег или перевести по номеру телефона. Также у нас работает счет, вы можете зайти в нашу группу, посмотреть, куда можно кинуть дальнейшем денежек немножко. Либо прийти, можете написать нам и сказать, что я хочу вам помочь, у меня нет денег, но большое желание. И мы вас тоже с радостью примем. Друзья мои, еще у нас сегодня день рождения у нашего замечательного директора креативного пространства «Квартал». Вот он. Пока ребята готовятся, мы ему приготовим небольшой сюрприз, про который он узнал уже, да? Свечки гаснут, но, Лев, с днем рождения тебя, дорогой. Будем считать, что ты задул. Аплодисменты Льву, ему сегодня взрослый мальчик, ему сегодня 14,5. Я Друзья, тянемся к сцене, тянемся. Сейчас ребята начнут выступать буквально через пару минут. Друзья.
Идем, Ань. Yeah.
Это был Авиа. У меня все падает. Блять, у меня падает. Пока все. Вроде весело, да? Да. Дождь кончился, спасибо ему. Это возраст? Не, у меня вот маленькая худюшка туда падает. А дальше у нас веселая песня с счастливым названием «Мизери». Песня про нищебродов, которые даже в водонах положились. Офигеть, вы громко хлопаете, спасибо. Они могут лучше, я знаю. Если Лободу сыграешь, может лучше. Какую еще Лободу, блядь? Простите, сучки. Я перепутал концерт, простите, парни. А что, какая песня дальше?
Вот Сдан и Сдан. Точно. За Пакистан. За Пакистан. Следующий. Зовут Коней. Эй!
что там дальше? Посмотри. Давайте песенку. Выдай мелодию. Просвет? Нет, следующая песня будет другая, у нее название. Поэтому мы себе название хотите. Дайте попить чай. У Миши дай попить. Пожалуйста. Давай, играй. Да, давай, блядь.
школьника. Давайте ему похлопаем. Хороший. Нам Лёва сказал, что последний трек. Блин, спасибо, что такая движуха вообще происходит. Да, спасибо, что пригласили. У нас клёвые люди в нём живут. Спасибо.
Мы группа Python. Антон, пора уже, да? Антон. Все, спасибо. Все. Python! Python! Позже.